И к новостям спорта. В Каргалинском районе прошли соревнования по зимнему виду спорта. Пожилые люди старше 70 лет также приняли активное участие в лыжных гонках. Спортсмены из 8 сельских округов, несмотря на холод, преодолели 2 километра. С подробностями Владимир Федотов. Гонка в селе Кусистек была посвящена 30-летию независимости. Около 70 спортсменов встали на лыжи и соревновались между собой. Их поздравил и пожелал успехов заместитель акима района Бахыт Айдосов. Этот год – исторический год для нашей страны. В этом году исполняется 30-летие нашей независимости. За годы независимости Казахстан признан территорией единства, что стало залогом процветания, мира и стабильности. Независимость – это свобода. Это благосостояние, это духовность. От всей души желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов во благо нашей Родины. Мужчины и женщины выступали на своих дистанциях, пренебрегая погодными условиями. Студенческая молодежь, а также пенсионеры старше 70 лет изъявили желание принять участие в лыжной гонке. При этом соблюдались карантинные требования. От каждого сельского округа было задействовано только 8 человек. В основном возраст кандидатов был не ограничен. Один год. Сегодняшний пробег я посвящаю чисто символически своему учителю, наставнику Юрию Ивановичу Алабину. В 63-м году он меня поставил на лыжи первый раз. И уже 25 февраля было 58 лет, как я бегаю на лыжи. Этот забег посвящаю ему. Я занимался раньше 17 лет гиревым спортом, чемпион области дважды был. Потом занимался легкой атлетикой, президентским пятиборьем, и сейчас занимаюсь. А за прошлый год выступал на областных соревнованиях по лыжам, занял 3-е место на кирпичном заводе. Молодежи советую, что заниматься спортом, любить спорт и уважать стариков. Популярность зимних спортивных игр в районе набирает обороты. Так молодежь села Жусалы лидирует по лыжным гонкам. В числе лыжников – специалисты разных отраслей. Наряду с учителями, врачами, студентами участвовали сельские активисты. По итогам гонки среди мужчин первое место занял Владислав Невский, среди девушек – Айнур Алдашева. Мне 22 года. В данный момент я являюсь студентом Крыму. У меня профессия юриспруденция. Лыжами я занимаюсь с 9 класса. Ну, как поступила на учебу, как бы забросила лыжи, прокаталась. Я даже, честно сказать, не готовилась вчера. Мне просто позвонили, сказали, взяла первое место. Спасибо всем, я очень рада. Я не ожидала то, что я возьму, я думаю, просто прокатаюсь. Хочу сказать спасибо всем, занимайтесь спортом. И чтобы проводили такие мероприятия чаще. Отметим, это лишь одно из множества мероприятий, запланированных в районе в честь 30-летия независимости страны. Владимир Федотов, Райгуль Иншибай, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.